Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, сегодня делюсь очень вкусным рецептом приготовления вкусной закуски. Закуска, которая готовится очень быстро, подойдет к любому празднику или просто на любое застолье. Друзья, готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. Не забываем комментировать и делиться с друзьями. А мы начинаем готовить. Поехали! Для рецепта мне понадобится слоеное дрожжевое тесто. Разрезаю его красиво на кубики. Примерно таким образом. Тесто отправил в форму. Форма заранее была устелена пергаментом. Теперь мне понадобится желток. Слегка его растолочим, сбьем и смазываем тесто. Сверху присыпаю семенами кунжута. Получится у нас очень ароматная, вкусная закуска, которую любят и дети, и взрослые. Отправляю в духовку, буду выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 минут. Теперь нам понадобится для начинки банка шпротов. Добавляю просто репку без масла. Добавляю в ручной блендер. Можно электрический, не суть. Нам главное, нужно сделать такой вкусный паштет. Также мне понадобится примерно пол луковицы. Сразу измельчаю помельче, чтобы помочь ручному блендеру. Прям меленько сразу нарезаю. Отправляю лук к рыбке. Обязательно добавляю солененький огурчик. С огурчиком получается очень вкусно. Так что обязательно добавьте. Этот вкус вас реально удивит. И огурчик отправляю в блендер. Осталось только все это измельчить. Вот такой вот вкусный получился у нас паштет. Теперь берем наши заготовочки, разрываем пополам и просто хорошенечко смазываем. Закрываем, слегка прижимаем и складываем в тарелки. Второй также открываем, намазываем. Прижали и в тарелочку. Пробуем, друзья. Такая закуска не может не понравиться. Друзья, готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. И, конечно же, подписываемся на канал, кто не подписался. Делимся с друзьями такой вкусной закуской. И, конечно же, комментируем. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.